за более глубокий уровень познания, где все предметы бесконечно связаны между собой. То есть это же существует связь. Для этого связь. Нам приподняться надо над своей природой. А в принципе мы можем это сделать, потому что наша природа, она абсолютный эгоизм. Да. Таким образом мы устроены. От той же вечной совершенной природы мы устроены противоположно ей. И мы берем из нее какой-то маленький фрагмент. И поэтому мы ощущаем даже не маленький фрагмент этой природы, да. Мы ощущаем только сами себя. Мы замкнуты в себе. Глаза повернуты внутрь, уши внутрь, все внутрь. И ощущаем сами себя. И то, что я с вами сейчас разговариваю, сижу в студии, и вообще живу в этом мире, у меня есть жена, дети, внуки, вообще весь, все вот это вот, вся наша история, вся наша география, вся вот эта вселенная, которая мной воспринимается, она воспринимается мною вот в этом вот сне. Что значит сне? Это не сон, это просто внутри меня происходит вот этот вот, вот это кино. И это я воспринимаю, и в нем участвую. А вне себя я не вижу. Я не могу вытащить как бы свой глаз наружу и видеть, что вне происходит. Я ощущаю это в себе. У меня вот здесь вот как бы существует экран в задней части мозга, и на нем я вижу якобы существующее вне меня. А на самом деле это все внутри меня.